В этом году в Самаре ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовал раньше обычного. Коррективы внесла погода. Один из первых объектов, где начали наводить порядок – проспект Ленина. Сначала подрядчик занялся обновлением трамвайного межпутья литой асфальтобетонной смесью LA11VT. Этот материал отличается большой устойчивостью к различным нагрузкам. Ширина перекрестка не так велика, как прилегающих улиц, и получается эффект бутылочного горлышка, когда машины съезжаются в две колеи вместо трех, поэтому участок более нагружен, чем основной ход. Вибрация от трамвая, да, тоже присутствует. Тяжелая техника останавливала работы только когда нужно было пропустить трамвай. Машина с литым асфальтобетоном отъезжала от рельсов, а составы свободно проезжали. Дорожные рабочие старались обеспечить проезд электротранспорта в течение 5 минут. Работа у дорожников кипит, технологии строго соблюдаются. Сначала выполняется разборка основания, затем идет подготовка основания из асфальтобетонного гранулята, а после двумя слоями укладывается литая асфальтобетонная смесь. Ее температура достигает 220 градусов. Весь цикл работ под контролем специалистов МБУ «Дорожное хозяйство». Начали трудиться под выходные. Только за первые сутки работ отремонтировали два перекрестка. Осипенко проспект Ленина, порядка 115 квадратных метров, и перекресток Челюскинцев проспект Ленина. Это порядка 80 квадратных метров. Далее работы продолжились на пересечении с улицами Первомайской и Новосадовой. В целом полотно в межрельсовом пространстве уложили на площади около 300 квадратных метров. Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» в процессе укладки контролируют такие параметры, как температура смеси, качество укладки, а также выполняется отбор асфальтобетонной смеси для дальнейшего проведения лабораторных испытаний, для подтверждения качества самой смеси. Затем, в ходе дорожно-строительного сезона этого года, проспект Ленина приведут в порядок от борта до борта проезжей части на участке протяженностью около 2 километра, от улицы Новосадовой до улицы Полевой. Общая площадь работ составит 34,5 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы преобразилось полотно по основному ходу, муниципальным контрактом предусмотрено использование высокопрочной асфальтобетонной смеси «Щема-А16» на полимерно-битумном вяжущем. Всего в региональной столице в 2023 году на средства нацпроекта обновят 42,7 километра дорог местного значения. 42 участка охватят работами по всей ширине проезжей части методом больших карт. Ксения Баканова, Николай Епифанов, «События».